Привет, дорогие друзья! То, что умеет делать этот малыш, заставляет сердца взрослых замирать от испуга и восторга. Самое поразительное, что многие элементы спортивной гимнастики Кроха освоил, когда ему еще не было и года. Уже в 9 месяцев, когда большинство малышей только начинает ползать и учиться вставать на ножки у опоры, маленький иранец Арат Хосейни из города Баболь умел подтягиваться и переворачиваться на кольцах. На этом видео Крохе всего лишь год, но он уже выполняет трюки, которым позавидовал бы любой гимнаст. Любимый трюк Арата – это сальто назад. Не так давно Арату исполнилось 2 года, и к этому моменту он уже успел освоить свой любимый трюк сальто, шпагат, мостик, перевороты на кольцах и другие элементы. За успехами этого гуттаперчевого мальчика следит более чем 20 тысяч подписчиков в Инстаграме. Родители малыша Мохаммад и Фатиме рассказывают, что сын никогда не занимался с профессиональным тренером и тренируется дома всего по 20 минут в день. Активность в движениях он проявлял буквально с самого рождения, когда очень крепко хватал родителей за палец и пытался подтянуться. А первые шаги малыш сделал в 6 месяцев. Но Арат не просто подвижный и гибкий мальчик, он еще и очень сильный. Сейчас он выжимает 6,5 кг, умеет карабкаться по отвесным стенам и подтягиваться. На видеороликах, которые отец мальчика размещает в Инстаграме, Арат выполняет элементы в первый или второй раз в жизни. Ему достаточно всего 10 минут тренировки, чтобы запомнить и точно воспроизвести движение. Отец Арата уверен, что сына ждет блестящее спортивное будущее. Уникальная сила и ловкость маленького Арата не должны пропасть бесследно, и родители готовы приложить все усилия, чтобы максимально развить способности сына. Если вам понравилось видео, то комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Нам очень нужна ваша поддержка.